возможности. И сегодня, перед началом нашего семинара, мы хотим подписать договор, меморандум о сотрудничестве с одним из мировых лидеров, который осуществляет производство такой продукции. Мы давно сотрудничаем с этой компанией, но и надо понимать, что как бы, мировой пул компании так изменяется, компания конкурирует, друг с другом сотрудничает, так же, как и университеты, одна компания входит в другую. И вот тот программный продукт, который известный наверняка назывался «Сиопар», он теперь стал, вошел в дивизион известной компании «Dassault Systèmes Jovia Rus». «Dassault Systèmes Jovia» и представитель России Ольга Стагурова, с которой мы тоже давно сотрудничаем и тоже сотрудничаем, мы присутствовали здесь, мы готовили этот проект меморандум о сотрудничестве, занимался непосредственно профессор Постихин Денис Валерьевич на протяжении последних там, 3 месяцев. Документ вывели, и сегодня мы будем его подписывать. Я хотел бы Ольге Стагуровой передать микрофон, чтобы она могла сказать несколько слов. Добрый день, уважаемые участники конференции. Я рада, что сегодня мы подписываем соглашение о сотрудничестве с университетом. Приоритетом нашей компании является поддержка ведущих вузов страны, которые готовят горных инженеров. И, Владимир Леонидович, ваш университет является ведущим вузом, одним из ключевых. Поэтому я надеюсь, что наше сотрудничество будет расширяться, углубляться. Мы рады поддерживать те вузы, которые сейчас внедряют новые технологии, берут на вооружение последние разработки для того, чтобы затем перенести их на горное производство. Я очень рада этому моменту. Давайте подпишем. И эта ручка, с которой мы подписали. Спасибо. Спасибо вам большое. Но эта ручка не моя, к сожалению. Спасибо большое. Я уверен, что то, что мы сделали сейчас, подписав этот меморандум о сотрудничестве, в ближайшем времени, буквально в ближайшие годы, спроецируется на качество подготовки горных инженеров. Безусловно. Мы будем разными путями идти вот для того, чтобы подобного рода продукты внедрялись в образовательный процесс. Мы прекрасно понимаем, что конкурентоспособность наших выпускников, горных инженеров, зависит от того, насколько успешно они владеют подобного рода программным обеспечением. И программный комплекс «Сиопар», который производит компания, с которой мы заключили сегодня меморандум соглашения, является одним из мировых лидеров. И это очень важно для нашего университета, который несет статус национального исследовательского университета. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое. Я думаю, что вот мы будем в ближайшее время наблюдать развитие этого сотрудничества и докладывать на этом семинаре. Спасибо вам большое. Спасибо. Вадим Леонидович, благодарю за честь сотрудничать с вашим вузом. Мы будем вас поддерживать. Спасибо. Мы открыты к сотрудничеству. Мы готовы поделиться всем, чем можем поделиться с вами. Конечно, конечно. Поэтому давайте работать. Спасибо. Развиваться совместно. Спасибо большое. Спасибо.